поддержку Депсте идет активное строительство социальных объектов. Это детский сад на 550 мест и школа на 2000 учеников. Новое здание необходимо обеспечивать водой, теплом и электроэнергией. Поэтому большое внимание уделяется развитию коммунальной инфраструктуры. Алексей Копайгородский говорил о необходимости правильного планирования при прокладке коммуникаций в новых микрорайонах. Главное оперативно анализировать все, что происходило в прошлые года, в прошлое время. И сейчас в этом году обязательно вот эти все места сложно убирать, потому что город достаточно растяженный, и сложности вопросов подключения не всегда здесь играют, с учетом рельефа, погоды и всех процессов, которые сегодня испытывают. О том, что новые коммуникации прокладывают, учитывая геологические особенности Кудепсты, главе города рассказал главный инженер муниципального предприятия «Сочи Теплоэнерго» Роман Кузнецов. Все проводимые строймонтажные работы запланированы по проекту. На проекте определены геодезические отметки с привязкой. И все работы ведутся согласно графику и по проекту. И будут выполнены в срок. Отмечу, что большая часть работ по прокладке новой теплотрассы уже выполнена. Специалисты уложили почти 12,5 километров труб. Также в Кудепсте идет масштабное строительство сетей водоснабжения. Здесь мы строим магистральные сети водоснабжения и канализации. Предусмотрено строительство от поселка Кудепста до села Верхнениколаевского и дальше до поселка Орел Изумруд сетей, магистральных сетей водоснабжения. Диаметр 200-400 миллиметров, протяженностью 26 километров. На реализацию этого масштабного проекта планируют потратить почти 5 миллиардов рублей. А для того, чтобы в домах жителей всегда горел свет, на подстанции Кудепста провели капитальный ремонт. Там установили новое оборудование. В ходе реконструкции мы заменили два трансформатора, раз два по 16 мегавольт ампер, два на 25. То есть мы трансформаторную мощность и возможность нового техприсоединения, как следствие развития территории, увеличили в два раза. По словам специалистов, мощности обновленной подстанции хватит, чтобы покрыть все потребности почти 30 тысяч жителей Кудепсты.